Я считаю, значит, что надо сделать отдельно женский и отдельно мужской спортзал. Потому что мужчины себя ведут в зале очень шумно, разлагают просто моральное спокойствие вот абсолютно всех. Особенно это касается бассейна. В бассейне женщины плавают как просто милейшие создания, как маленькие аккуратненькие рыбки. В то время как мужчины устраивают после своего плавания огненную феерию. Если есть хотя бы один мужчина в бассейне, все, брызги летят просто до примерочной, до парной. Все должны видеть, как он брызгается брасом на весь бассейн просто. Мне бы очень хотелось, чтобы был отдельный бассейн хотя бы для женщин и отдельно для мужчин. А в женском бы царила такая гармония. Все бы наслаждались жизнью, созидали, там положительные эмоции какие-то испытывали. А мужчины бы в своем там брызгались, дрались, что угодно делали. Ну вот сказано, что мужчины не взрослеют никогда. И даже когда уже в зал ходят вроде бы взрослые, все равно они продолжают это свое ребячество. Но некоторые там есть мальчики или мужчины там разного возраста, что особенно уникально. Я там, например, делаю 300 подходов на пресс там или еще что-то. Они такие сели, раз, два, три, подходы сделали и все. И дальше сидят в телефончике. Я сначала думала, что это такое, почему они ходят, слоняются и ничего не делают. А потом поняла, возможно, он не хочет сидеть дома. А зал это вроде бы удобный способ куда-то убежать, да, от, возможно, не самой приятной обстановки дома. Вот, ну и они таким образом, ну, вроде бы при деле, как бы в зал пошел, да, если что, ему там жена позвонит, он в зале. И используя, провел время, отдохнул, не видеть там ненавистное это лицо 3 часа, хотя бы 4. И вроде бы смена обстановочки тоже. Поэтому, да, мужчины это как отдельный такой вид искусства просто в зале.